Статуэтки и денежные призы достались не только фэшн-мастерам, но и новичкам, молодым конструкторам одежды и студентам. В номинации «Дебют» призовой фонд составил 300 тысяч рублей. Во время церемонии лауреаты представили зрителям свои коллекции. Показ прошел в формате праздничного шоу. Очень радует, что эта премия живет, и хотелось бы, чтобы она развивалась, чтобы все-таки ее уровень и значение в стране она повышалась, да, чтобы к ней был больше интерес со стороны представителей нашего руководства, правительства, потому что отрасль сама по себе очень важна, и фэшн-индустрия в нашей стране развивается и занимает сегодня уже не последнее место. Статуэтка в виде веретена сделана из серебра, сверху она покрыта золотым напылением. Эту награду за 13 лет существования премии получили 200 лауреатов. Кроме официального символа, на церемонии вручили также золотую и хрустальную пальмы за вклад в развитие модной индустрии в России и подготовку молодых дизайнеров.